В эти дни в Чувашии с рабочим визитом находится делегация Республики Беларусь. В Чебоксарах намечено заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между двумя республиками. Официальная встреча главы Чувашии Михаила Игнатьева с министром промышленности Беларуси состоялась сегодня в Доме правительства. Инвестиционная привлекательность Чувашии основана на эффективной работе предприятий и международного сотрудничества. Беларусь – один из ведущих торгово-экономических партнеров Чувашии. Торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Министерством иностранных дел Беларуси и правительством Чувашии уже более 10 лет. На встрече с главой Чувашии Дмитрием Катериничем и Михаилом Игнатьевым обсудили новые перспективы сотрудничества между республиками. В составе белорусской делегации представители 11 компаний – гости. Посетили чувашские предприятия с целью расширения новых направлений работы компаний. С теми странами, которые наши предприятия работают, конечно, Беларусь для нас является основным научно-таким экономическим, научно-торговым сотрудничеством, если взять по всем направлениям, соответственно, между нами связи такие хорошие, они наладились. Экспорт тоже растет, импорт тоже растет, значит, мы в правильном направлении двигаемся. За эти два года многое изменилось на многих предприятиях, я увидел уже современное новое оборудование. Это говорит о чем? Это говорит о том, что предприятие развивается. Ну и действительно, вы правильно отметили, товарооборот между нашими странами развивается очень динамично на самом деле. Внешний торговый оборот Чувашии с Белоруссией в прошлом году составил почти 85 миллионов долларов. При этом экспорт увеличился в 2,6 раза, достигнув 46 миллионов долларов. Стороны рассчитывают, что обороты будут только расти. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика.